сайте AliExpress. Очень нужную вещь в домашнем обиходе. Это пилочка для ногтей. И еще китаец положил подарок. Радует то, что пилка в специальном таком чехольчике. Ну, походу, чехольчик, не запаянный. Пилка железная. Fabian. Ну, я не знаю, кому вот это вот, наверное, на ребенка, на какого-то. Хотя не, в принципе, нормально. Вот. Но тут у нас грубая насечка. Пилка сама по себе толстая, имеет ребро. Но и одно, и второе ребро с насечкой. Здесь мелкая насечка, здесь чуть покрупнее насечка. Как она работает, попробуем. Ну, то есть... Гребет она, конечно, хорошо. Следов на ней не остается. Я думаю, она прослужит довольно-таки приличный срок. Хотя, ну, каких-то грубых таких вот оплавок не видно. Следов штамповки тоже. Я думаю, нормальный будет подарок жене, ну и ребенку. Всем, кому было интересно, можете заказать точно такую же пилку на сайте AliExpress у продавца. Ссылки, которая будет в описании. Вот такие вот у нее рифления. Ну а пока оцените это видео лайком либо дизлайком. Подпишитесь на канал, если вас заинтересовали обзоры. Ну и соответственно добавляйтесь, друзья. Всем пока!